Я Горбатюк Нерія Всеволодовна, врач высшей категории, терапевт-гастроэнтеролог. С приборами работаю разных поколений уже более 15 лет. Смарт-лайфовские приборы, вот я оценила их, почему больше других, потому что эти приборы, действительно, то, что все написано, их преимущества перед другими приборами в их работе, они в самом деле есть. То есть они более мощные, более прямое попадание и более быстрый результат. Это однозначно. Ну, например, расскажу такой пример о одной пациентке, которую лечилась у меня уже очень, ну, лет 5 не больше, и даже больше. И успеха в лечении, по большому счету, такого как надо не было. Работала она приборами предыдущих поколений, не этой компании. И просто такой полиморфизм всяких жалоб, всяких ее состояние было просто никакое, хотя ей всего 55 лет. То есть еще молодая женщина, которая еще может много чего хорошего сделать. И тут получается, что я, когда в очередной раз она приходит и приходит мне плохо и плохо, я говорю, я уже выдержать не могу. Говорю, знаешь что? Ты уж как-нибудь все-таки напрягись и купи новый аппарат, потому что тот паразит, который я нашла у нее, это эхинококк. Получалось, там в тех приборах работа с эхинококком шла всего 10 минут. В этом приборе, учитывая то, что есть много других частот разных авторов, не только Ральфа, а и Морея, Синди Кларк, и других, получается, что они усиливают друг друга. Если одной частотой что-то не захватится, то другая достанет. И вы знаете, все-таки произошло то, что она услышала меня. Она приобрела прибор. И когда я ей запрограммировала приборы где-то в начале весны, она работала с ними самостоятельно, я несколько программ поставила, там можно делать до 50 программ, запрограммировать одновременно по диагностике. Я их запрограммировала, все, что было положено, начиная с очисток, потом эхинококк минимум на 3 месяца, и вирусы, там все эти программы у нее были в наличии. Она себе включала, так как я говорила, по времени, сколько надо было поработать с этими программами. И вы знаете, я уже даже как-то стала скучать за ней, потому что я привыкла, это регулярность, раз в месяц самое реже, а то и 10 дней, 2 недели, она опять у меня. Но результата тогда такого не было. И тут она мне сама где-то через пару месяцев звонит. Говорит, Нелли Силовна, вы не поверите, но я сейчас стала такая, как я была раньше. У меня появилась энергия, я действительно вот ушла депрессия, я стала человеком, вот этот весь, все жалобы там, и даже ноги отекали, головные боли бесконечные, она без конца капельницы какие-то, кого она только не лечилась, но результата не было. Вы знаете, это настолько было приятно слышать, я говорю, знаешь, когда пациент не идет к врачу, это, ну, наверное, самый замечательный результат того, что ей не надо к ней идти. Но она перезванивала мне постоянно, и вот сейчас буквально вдруг недели две назад говорит, возьмите меня, пожалуйста, на повторную диагностику. Я ее взяла, и вы знаете, эхинококка нет. Она, правда, мне пыталась рассказать, что-то вирусы ушли. Я говорю, так, вот самый главный монстр, это был эхинококк, и он ушел. Причем она даже 3 месяца не работала. Вот, так что, слава Богу, это действительно результат замечательный и эффективность быстрая. С аналогичным эхинококком у меня была еще пациентка года 2 назад. Да нет, больше. Тогда в начале, когда я познакомилась с этими приборами, она как раз с ними меня и познакомила. Она тоже пришла на диагностику. Я на диагностике нашла эхинококк. Она возмутилась, говорит, его не было. Я говорю, значит, был, они видели. И у нее были приборы другого автора, такие частотные, и прибор уже был Smart Life. Я Smart Life еще в глаза не видела. И когда я сделала диагностику, я решила, что надо мне программировать приборы. Но тот же новый, этот новый Smart Life, я даже не знала, какие кнопки как включать. Я говорю, ты мне извини, Ира, но я это не знаю, как программировать. Дай я тебе старые запрограммирую. Она говорит, нет, я знаю, как, я сделаю. Я, говорит, верю больше этим. Я просто видела перечень, сколько там программ по этому же эхинококку. Поэтому я сделаю сама. Говорю, замечательно. И вот она меня, собственно, первая потом вот это дала информацию, я стала интересоваться, читать. И в скорости, когда она буквально на третий день, у нее ушли боли в животе,
которые мучили очень долго. Где-то около года она хотела мучилась. И, в принципе, они вообще ушли. Она, конечно, выдержала курс. 3 месяца она пролечилась, но больше к этому вопросу никто не возвращался. И она тоже, потому что у нее состояние замечательное, она работает, она присылает мне людей на диагностику, а состояние ее, слава богу, очень стабильное. Вообще наработок много, но мелкие я как-то даже не запоминаю. Даже просто каждый человек может с этого аппарата взять любую программу. ОРВИ поставить, работает там 6-8 часов, даже просто терапевтически. Если начинается, сразу встал и сразу уже начинает работать. Горло воспаление острое есть там, тоже работает. Антисептик, много-много-много программ, немножко надо почитать и можно понять. То есть там, где вирусные заболевания, где заболевания по органам, это легко и просто, вреда не будет. А возможно, при том, что люди не будут забывать нажимать на кнопочку и включать приборы, результат будет. Но самое главное, если вы еще ничего не делали, ни диагностики, ни занимались этими вопросами, а приобрели прибор, то в первую очередь, если не попали к врачу на диагностику, проведите хотя бы первый этап очистки организма. А в дальнейшем уже после этого можете идти, найти конкретно, кто вызывает какие-то неприятности в организме. Они бывают самые разные. Причем один и тот же причинный паразит будет вызывать клинику у разных людей совершенно с разными симптомами, совершенно разнообразные. Но это не значит, что аппараты ошибаются. Это значит о том, что у каждого человека сопротивляемость разная, ответная реакция разная. Поэтому это и надо учитывать это. И это обязательно, если вы будете идти послойно, начиная с очистки организма, которая дает первый этап, дает компания, а дальше вы наблюдаете за собой, допустим, ну хотя бы 2-3 диагностики в процессе первую, пролечились, потом вторую, третью, а потом через полгода, год следующую, вы всегда будете чувствовать себя совершенно в другом состоянии, с другим качеством жизни. То есть я не говорю о длительности жизни, мы эти вопросы не решаем. Наверное, она тоже может быть и как-то и решается что-то, но я утверждать это не могу. Но то, что качество жизни меняется кардинально, это правда. Спасибо за внимание.